Такие мероприятия проводятся ежеквартально. Строевой смотр позволяет соблюдать стандарты несения службы и соответствие требуемым нормам. Каждое действие каждого сотрудника должно быть законным и приносить пользу на благо наших жителей. Осенне-зимний период – время повышенного внимания правоохранителей. С наступлением нового учебного года забота о безопасности детей на улице становится одной из основных задач полицейских. И особое внимание в настоящее время, так как начался у нас учебный год, обращать местам массового пребывания людей, в том числе там, где находятся у нас дети, и пешеходные переходы, наши школы и другие учебные заведения. Силы оперативного реагирования – это не только сотрудники полиции. Спокойствие и порядок в городе обеспечивается также силами ГУЧС, казачеством и народными дружинами. Задача у них одна – недопущение противоправных действий и устранение чрезвычайных ситуаций. Жители видят, что работа идет, и как бы больше обращаются, видят, что имеется как бы гражданская помощь. В завершении смотра руководители подразделений проверили экипировку и оснащение своих подчиненных. Были поставлены цели и задачи на предстоящее дежурство. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.